До окончания учебного года осталось меньше 2 месяцев. На каникулах дети должны отдохнуть и укрепить свое здоровье. Хорошо организовать летний отдых – это работа, требующая большого приложения сил и успешной координации действий всех организаций, задействованных в этом. Для того, чтобы обсудить подробности организации летнего отдыха и оздоровления детей, на расширенное заседание межведомственной комиссии при главе Славянского района были приглашены представители всех заинтересованных служб, которые активно участвуют в летней оздоровительной кампании. Роман Синеговский приветствовал собравшихся и отметил, что тема заседания серьезная, и всем нужно максимально внимательно подойти к этим вопросам. Безопасность детей наших в летний период, качественный отдых, доступность, все мы обязаны обеспечить. Для этого проводим расширенное заседание МВК, приглашаем всех задействованных лиц, чтобы была возможность подготовиться, сверить часы, поработать над ошибками, которые были. И вот безопасно, прежде всего, провести летнюю кампанию. В большом и глубоком докладе заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко подчеркнул, что приоритетным направлением программы «Лето 2019» являются безопасность детей и эффективный подход к реализации плановых показателей. Недавно состоявшаяся краевая коллегия Межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления занятости детей поставила ряд задач, это увеличить количество детей, охваченных детско-юношеского и семейного туризма, то есть туризм как один из кластеров летней кампании, активно включается в нашу жизнь и развивается, и увеличить численность детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, различными формами отдыха и оздоровления. Четкий плановый подход каждого ведомства к организации летнего отдыха дает свои положительные результаты. Плановые цифры доводятся до глав поселений, руководителей учреждений, и это дает возможность вовлечь в летнюю кампанию каждого ребенка. Необходимо также продолжить проверки поселений по вопросам организации летней кампании, а также уделить внимание выполнению решений Межведомственной комиссии организации досуговых спортивных творческих площадок. Особое внимание необходимо уделить охвату детей и исполнению квоты по организации трудоустройства несовершеннолетних. Важную роль в оздоровлении детей летом играет здравоохранение Славянского района. О том, что намечено сделать, говорят цифры. Амбулаторно запланировано оздоровить 3150 детей, из них находящиеся в трудной жизненной ситуации 1700 и 240 детей-инвалидов. Участковым врачам-педиатрам после обследования будет назначено профилактическое лечение, включающее медикаментозное, лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику, массаж, санацию полости рта и носоглотки, физиолечение. В диспансерных группах в этом году мы запланировали оздоровить 2150 детей. Активно участвует в организации летнего детского отдыха Управление по делам молодежи, которое ищет и находит новые формы традиционных мероприятий. Помимо всей туристской работы, которую мы запланировали, также будет реализован ряд мероприятий наших традиционных с новыми формами. Такие мероприятия, как мероприятия, приуроченные к праздновать Дни международного дня защиты детей, молодежный антинаркотический экспресс, который у нас регулярно в течение года реализуется, выездные интерактивные станции, фестиваль бардовской песни пройдет в июне месяце, акция «Лучший клуб» и фестиваль молодежных клубов района, праздничная программа «Молод всегда», летний семейный выходной. Кроме того, была озвучена очень полезная и нужная информация о занятости несовершеннолетних в летнее время, обеспечении пожарной безопасности, о соблюдении санитарно-гигиенических требований. Для того, чтобы летний отдых в нашем районе был действительно качественным и безопасным, нужно серьезно поработать всем. Делается по всем направлениям действительно много, но не стоит самоуспокаиваться. Я думаю, для того, чтобы достичь результата 2018 года в вопросах безопасности, нам надо поработать в подготовительный период, выполнить те необходимые требования, чтобы обеспечить эту безопасность. Все прекрасно знают, какие объекты, какая инфраструктура будет привлекаться к оздоровительной кампании.
проекте решения расширенного заседания межведомственной комиссии при главе Славянского района есть целый ряд мер, призванных обеспечить отличную организацию летнего детского отдыха. И всем придется очень постараться, чтобы все намеченное было выполнено. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».